Сережа, привет! Привет! Сегодня будем с тобой делать какой обзор? Пластмассовые машинки. Про пластмассовые машинки? Да. Ты собрал немножко своих машинок, которые у тебя есть, да? Да. И будешь про них рассказывать ребятам? Да. Ну давай, хорошо, сейчас будем рассказывать. Давай, Сережа, рассказывай. Это такой вот грузовик, у него внутри вот такая вот машина. Покажи нам машину, какая-то внутри. Так, ага, это ты туда запихнул ее, да? Да, полицейская. У него еще открывается вот это задняя. Задний борт. Да. А дверь открывается у нее? Да. Передний. Как тебе такая машина нравится? Да. Кто там еще у нее работает? О, она еще голосовая такая, да? Да. Еще у нее колесо снимается. И колесо снимается запасное. Да. Так, давай дальше посмотрим, что еще есть. Про какую машину будешь рассказывать? Какая следующая машинка? Давай еще по знаки показывай. Показывай, конечно, знаки. Это знак парковка. Парковка. Так, где машина должна останавливаться правильно? Что еще, какой знак есть? Велосипед. А это как велосипед нарисован? Какой этот знак, я не знаю, честно. Велосипед. Осторожный велосипед. Так, дальше. Еще один осторожный велосипед. Да. Так, а это что за знак? Светофор. Осторожно, впереди светофор? Да. Дай мне еще вот эти вот знаки хочу показать. Держи. Это знак, не надо ехать, потому что здесь надо останавливаться возле светофора. Понятно. Вот здесь его же надо. Ставь кстати. Рядышком, да, с теми знаками. Да, с этим знаком. Здесь не надо останавливаться. Здесь для документов не надо останавливаться. Угу. Ну, показывай, какие там у тебя еще машины есть. Да, еще. Я вот этот знак хочу показать. И вот этот вот. Это знак нельзя здесь парковаться. Нельзя парковаться, да, это знак обозначает? Да. Понятно. Вот здесь нельзя парковаться. Ну, поставь где хочешь. Вот тут не надо парковаться, тут. Угу. То, что они нарушили правила. Машина? Да, вот это вот. А, нет, здесь полицейский стоит. А вот такси нарушило правила. Такси нарушило правила, понятно. И лендровер. И лендровер. Ну, рассказывай, что еще за машина у тебя есть? Полицейская. Покажи полицейскую нам. Вот это полицейская машина. Да. Так. У нее колеса крутятся. Крутятся колеса? Да. Так, давай дальше. Это машина Вольво. Вольво? Да, у него двери открываются. Так, покажи, как открываются двери. Вот так дверь открывается. Так, дальше что? Есть лимузин Хаммер. Лимузин Хаммер, покажи нам лимузин Хаммер. У него люк открывается тут. Люк открывается, так. И закрыт. Что давай. Еще у него есть? Еще музыка у него играет так? Да. Вот это лимузин Хаммер. А, еще и двери открываются. И двери еще открываются? Да. И задние, и передние? Да. Круто. Так, что дальше есть у тебя, рассказывай. Такси. Желтое такси. Да, так. У него двери передние открываются. Двери передние открываются. Колеса тоже крутятся. И крутятся колеса. А багажник открывается? Нет. А капот? Нет. И капот не открывается? Да, и задние двери тоже. Только передние? Да. Понятно. Следующая какая машина? Может, ты Land Rover покажешь? Вот такой белый Land Rover. Да. Так. У него тоже бить. Только капот что-то не хочет открываться. Капот не хочет открываться. А мы с тобой, потому что брали на улицу, она там у нас в песке ездила, мы ее не помыли. Плохо помыли. Да. А двери открываются? Да. Покажи, как двери открываются. А вот такие большие двери у нее, да? Да. А есть маленький Land Rover. Маленький Land Rover еще есть, да? Да. Это двухдверный, а тот четырехдверный. Покажи нам черный Land Rover. Не, у него там еще есть два сиденья. Сзади, да, два сиденья есть тоже.
Это черный Land Rover, так? Да. Что у него открывается? Багажник. Багажник открывается. Двери. И двери. Да? Ага. А покажи нам еще оранжевую аварийную службу. Не хочет показывать. Не хочет показывать? Да. Бабахнулась? Понятно. Так, тогда покажи нам скорую помощь. Это маленькая белая скорая помощь. А большую скорую помощь покажи. Баба! Как-то ты высоко ее показал. Ребятам будет не видно. Во! Что не открывается, расскажи нам. Двери! Двери открываются? Да! Так, покажи, какие двери открываются. Задние и передние. Задние и передние? Да. Вот так. И у нее еще работает мигалка. Да. Угу. А покажи, как задние двери открываются. Ой, колесо. Колесо отскочило. Ну ничего, мы потом приделаем его. Да. А его... А, не, оно снялось. Снялось, мы его приклеим. Ничего страшного. Да. Случилась поломка у скорой помощи. Да. И это что у нас? Это какая-то маленькая желтая машинка. Да. У нее открываются двери. Да. Вот это да. А покажи нам полицейскую машину. Какую? А белую вот эту. Волгу. Где Волга у тебя? Рядом с Вольво. Ну давай вот, вот эту. Давай вот эту, хорошо. Вот это такая вот полицейская маленькая машинка, тоже пластмасса, только да. Угу. Да-да. Не хочет показываться. Не хочет показываться? Да. Так, ладно. Тогда давай покажем другую машинку. Какую будем показывать? Это тоже не хочет. Это тоже не хочет? Да. А какая хочет? Это. А что это за машинка? Полицейская. Полицейская? Да. Понятно. Так, что еще есть? Это не хочет показываться. Это не хочет. Это тоже. Это тоже не хочет. Это хочет. Это скорая помощь. Скорая помощь. Угу. Едет за больными. Если кто-то заболел, вызывает скорую помощь. Это... У нас одна скорая помощь сломалась, у нее колесо отвалилось. Ой-ой, это тоже не хочет. Это тоже не хочет показываться. Это хочет. А это что за машина? Тоже полицейская. Полицейская? Да. Понятно. И сюда. Такая скорая помощь. Еще и такая скорая помощь тебе есть. А красную вот эту пожарную машину покажи. Она не хочет показываться. Не хочет. Да. Понятно. Ну что, все показал машинки свои? Нет, а что еще осталось? Ну давай показывать. Хочет показывать. Это не хочет показывать. Так, понятно. Это не хочет показывать. И это тоже не хочет показывать. Это Хагель. Что это за машина? Гоночная. Гоночная. Вот так она быстро ездит? А какого она цвета? Зеленого. Зеленого. Уже улетела. Улетела. Да. Какая у тебя еще машинка осталась? Это машина. Hot Wheels Mustang. Hot Wheels Mustang, да? Да, Форд. Ну что, все тогда? Да. Эти сказочки, конечно, конечно, все. А, на, нет, я не хочу. Не, бам, 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 бам,